У руководства 60 городских школ есть возможность похвастать своими отличниками. Самые способные ребята, всего их 1133 человека, в эти дни встречаются на предметной олимпиаде. В основном участники интеллектуального смотра отдали предпочтение гуманитарным дисциплинам. И лишь порядка 500 школьников пожелали доказать свои знания по точным наукам. Хочу отметить, что очень много детей подали заявки именно гуманитарному циклу, по гуманитарным циклам. И особенно это английский язык, где-то выше 120 учащихся. История Казахстана, также выше 130 учащихся. Очень много учащихся в этом году и по математике. Самым популярным предметом среди актюбинских подростков стал английский язык. Как отмечают организаторы, учащиеся среднего звена уже сейчас всерьез задумываются о будущей профессии и стараются идти в ногу со временем. Жуманез Шумпаков мечтает свободно овладеть иностранным языком и быть востребованным специалистом в этой сфере. Английский, мне кажется, это язык будущего. Многие во всем мире практически говорят на английском языке. В какую бы страну ты ни попал, там международный, это английский. Я вообще сдаю английский язык, так как он мне нравится. Это, как я сказал, язык будущего. По итогам олимпиад последних лет самой умной признана 9-я гимназия. Несколько лет подряд именно ее воспитанники показывали лучшие результаты. В прошлом году у неизменного лидера появился достаточно сильный конкурент – 21-я школа-лицей. В числе передовиков также 51-я, 32-я и 23-я школы. Работа с одаренными детьми начинается с начальных классов. И в этих школах действительно так и идет. Особенно хочется отметить 32-ю школу, которая начинает работать с одаренными детьми с 1-го класса. И доходя, наверное, до 8-го класса, они действительно достигают каких-то определенных результатов. То есть это и есть системная работа. Победители смотра по традиции незамедлительно начнут готовиться к областному этапу олимпиады, который запланирован на январь 2013-го. Помимо тех, кто получит путевки на второй тур, организаторы хотят поощрить умников и умниц по номинациям. Комиссия выберет самого лучшего физика, математика, биолога и так далее. Айсулу Махмутова, Жаслан Джубаев, программа «Факт».